Юлия Тищенко, эксперт Национального института стратегических исследований и Национальной платформы стойкости и сплоченности, присоединяется к нашему эфиру. Юлия, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Ну, давайте начнем, знаете, вот, может быть, от общего к частности, попозже о Крыме, а вот в целом, если говорить не о географии, а скорее об ассортименте дальнобойных ударов Украины или просто каких-то неустановленных беспилотников, то что мы имеем тут в итоге? НПЗ, нефтебазы, склады с боеприпасами, аэропорты, и дело даже дошло до спиртзаводов. И, как выяснилось, спирт не последнее, так сказать, горючее для авиации российской. Вот как вы считаете, можно ли этот расширить этот ассортимент? Ну, как бы спасибо за вопросы. И можно, наверное, ассортимент расширить, да, и географию, кстати, тоже, да, но очевидно расширить. Ну, единственное, что, смотрите, если брать Крым, Украина действительно бьет по военным целям, да, или целям, которые связаны с вот этой военной логистикой. Основной смысл этих ударов, да, это действительно повреждение российской военной логистики или тех, как бы, средств, которые могут, как бы, содействовать российской агрессии в дальнейшем. По нефтебазам достаточно все, как бы, энергично происходило где-то 1,5-2 месяца назад. Сегодня, мне кажется, ну и очевидно, это какие-то соглашения с нашими партнерами, то есть вот в контексте там общих цен на нефть, да, мне кажется, что этих ударов как раз стало меньше. Единственное, что Феодосийская, это нефтебаза, это был, ну, надеюсь, был, да, достаточно такой важный логистический центр, причем, ну, не только для Крыма, а для всего юга Украины, да, там, где Россия осуществила попытку аннексии. То есть мы будем наблюдать, ну, как бы, последствия этого удара, да, чуть, я думаю, что, ну, даже чуть позже. Что-то подобное есть еще и в Севастополе, поэтому, ну, если брать юг Украины, да, там есть где расширять, ну, не только ассортимент, но и, собственно, географию этих ударов. Как раз интересует это место, поскольку очень, да, большая нефтебаза перевалочная такая. Это означает, что все ей больше не будут пользоваться, потому что она уязвима, скажем так, и даже панцирь С-1 не спас. Ну и тоже ваше мнение интересно. А почему замалчивают? Почему якобы все дроны сбили, опять какие-то обломки, но полыхает уже третьи сутки? Зачем это вскрывать? Это же все очевидно, и через те же снимки из космоса тоже можно все разглядеть. Ну, дело в том, что не все, значит, глядят на эти снимки, особенно если брать, ну, вот Крым, вот какой-то внутренние нарративы, которые вы можете сегодня посмотреть. Я не беру, как бы, разные там телеграм-каналы, в том числе и украинские, которые там читают. Вот если взять вот это российское информационное поле, ну, там, как бы, Россия действительно все сбивает, она там во всем выигрывает, значит, в каких-то бедах виновата Украина, и там, по большому счету, действительно разжигается такая истерия по поводу ударов Украины, по поводу того, что Украина может, как бы, начать какие-то операции в Крыму. Собственно, то есть людей, ну, граждан сегодня, которые живут в Крыму, да, то есть их, в общем-то, этими пугалками, ну, так, очень сильно, достаточно сильно кормят. Ну и вообще информационное пространство и Крыма, которое Россия контролирует, оно зачищено и зачищается, как бы, со страшной силой. Вот. И, ну, по поводу там этих там снимков или какой-то правдивой информации. Смотрите, если вы посмотрите вообще, кстати, какие-то данные
по России сегодня, то на территории временно оккупированного Крыма после вот этого столицы Крым это дает наибольшую статистику по количеству вот этих уголовных дел там, за фейки про российскую армию, там, дискредитацию. Я уже не говорю там, про пришивание нашим гражданам разных других российских статей. То есть это, может быть, говорит о том, что люди действительно как бы, реагируют, то есть они распространяют эту информацию, и б, это говорит о том, что силовые структуры России, оккупационные структуры, в общем-то, очень прицельно там работают, как бы подчищая вообще вот все живое, что там может обмениваться и показывать информацию. А так, по большому счету, все понимают, но вот эта отрава российской пропаганды, это действительно отрава, вирус такой, да, она, собственно, тоже может работать. Ну вот, несмотря на все эти хлопки бавовны по всему Крыму, российское информационное пространство постоянно, настойчиво пытается рекомендовать россиянам безопасный отдых в Крыму. Вот как по вашим наблюдениям? То есть одно дело пропаганда, а другое дело вот соцсети, блогеры, каналы там альтернативные, так сказать, пропагандистским. Насколько сейчас безопасно отдыхать в Крыму, насколько это не работает? Ну, смотрите, с момента оккупации Крыма, с 2014 года, по большому счету, в Крыму уже отдыхать не так, чтобы, честно говоря, безопасно. Да? То есть отдыхать на территории, которая с 2014 года, момента оккупации, незаконной оккупации Крыма, делается Россией, собственно, они ее и сделали, да, этой такой достаточно большой сплоченной военной базой, откуда потом, в том числе, пошла вот эта агрессия на российская агрессия на юг Украины. То есть это само по себе нонсенс. Но если мы посмотрим все, так сказать, официальные российские каналы, вот эти оккупационные, крымские, то есть вот каждый год там все больше и больше туристов. Вот их больше, и там миллионы, значит, летят куда-то, там в Симферополь, я не знаю, едут этим мостом, значит, и так далее, и тому подобное. То есть тут на российскую статистику вообще ориентироваться, собственно, неблагодарное дело. Вот, там оно очень специфически формируется. Вот, но конечно, не безопасно ехать и отдыхать на военной базе, а б, там, где, собственно, уже, если брать даже не 14-й год, а вот 22-й, то там, где уже идет, собственно, война уже третий год. По сути. И есть целая политика у России, да, вот по поводу этой статистики, по поводу отдыхания в Крыму. Это эти путевки, какие-то там профсоюзные, значит, для удаленных российских регионов. Это какие-то чартерные рейсы. Это, значит, жизнь вот тех там компаний. Раньше, сейчас же они не летают уже. То есть там закрыты аэропорта, да, которые перевозят собственно, их граждан, да. Вот, это они страшно рекламируют, значит, вот этот так называемый транспортный коридор, который они создали на юге Украины, на оккупированной части, новооккупированных территориях. Вот, это само по себе как бы... Он не заработал, какие-то блогеры едут и показывают, значит, как и автомобилем, и как прекрасно ехать, и при этом, то есть верху цинизма вообще нет, как бы. Показывают, да. Самая актуальная картинка на самом деле на телеканале Freedom. Юлия, спасибо огромное, что присоединились к нашему эфиру. Юлия Тищенко, эксперт Национального института стратегических исследований и Национальной платформы стойкости и сплоченности, была на связи с нашей студией. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.